Всем привет, мои дорогие друзья, с вами я, Лорплей, и я думаю, вы все ждали Майнкрафта, вы все ждали старой версии Майнкрафта, вы все ждали серверов Майнкрафта, и вот, держите вам сервера Майнкрафта. Мы с вами будем играть на сервере магазин за рыбу. Твою ж мать! Нихера там построили, какой гигантский, вы вот видите. Не пройти туда, короче, через телепорты. Ну и, короче, давайте перед видео вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну за что меня-то? Да, ну и короче, погнали к видео. Ну как к видео, короче, погнали играть в этот магазин. Не знаю, что тут такого интересного. Тут вот правила написаны, давайте мы их прочитаем. Кстати, ребята, еще набираем 7 лайков, я выложу новое видео. Давайте читать. Не знаю, что это, короче, прочитайте сами, ребят. Ну, его сейчас убьют. Не спрашивать, не бить, не ругаться, не мат, а то бан, чит бан. Ну, все понятно. Да ты почему? Да я тебе ничего не делал, да отвали ты, админ драный. Ребята, админ какой-то дурачок. Что тут написано? Что быть третьим продавцом стоит 1000 земли. Броня алмазная стоит 100. Броня золотая стоит 35. Броня железная 40. Я вас! Ладно. Дебилы. Ребята, пишем в комментариях хэштег админ дебил. И тогда вы будете красавами. Твою ж мать, да когда я... Да достали. Сейчас я ему напишу, за что? За что? Меня бесит он уже. Админ какой-то придурок. Это честно, админ придурок. Я чуть не сдох из-за тебя. Откинул меня куда-то. Вы не... Встаете в очередь? Иди в жопу, не подходи ко мне. Пошел в жопу! Затроль его, пожалуйста. Затроль, понимаешь? Тролль. Окейушки. Давайте. Ну, тут уже кто-то все уже стырил. Да иди ты! Бежим! Бежим, ребята! Блин, не могу ничего ломать. Иди в одно место, получайте. Курочка, я к тебе. Это все, надо бежать отсюда. Твою мать. Ребята, я не знаю. Что-то... Вот встал. Я встал в очередь. Ну и что дальше? Удочку. Удочку и день. Ну вот, собственно, он сделал день, все красава. Да ну! Сейчас нам все будет. Блин, это трудно. Удочка-то на все 100. Ой, админ. Ну, короче. Давайте ловим рыбу. Я сейчас включу быстрый режим, это будет долго. Включу быстрый режим, короче.
Клюет рыба. Короче. Так, стоп! Выключаю быстрый режим. Так это он! Он писал, я вас ненавижу! Белая, оранжевая рыба, это как 10 рыб. Я давно прочитал уже, лол. Ребят, мы же читали, да, с вами вон там вот. Достал. Да я. Все, давайте. Включу опять быстрый режим и ловим рыбу. Я, короче, наловлю и вернусь. Это долго будет. Давайте сейчас этого постоянно затроллим. Блин, тут админ смотрит. Да, вот, короче, ребят, нам надыбал вот столько рыбы. Это скучу. Да я прочитал! Ты на меня не целил лук. Он что, такой крутой, что ли, типа? Пипец. Да! Хватит меня бить! Я эти правила твои идиотские уже читал. Бесплатный способ получить рыбу. Хопа! Да не бей! Я читал. Меня лень вообще, ребят, писать. Я не буду писать все. Я не буду писать. Давай, ловись. Рыбка большая и маленькая, нафиг. Что у нас получается? 21. 20. Подождите. Так. 22. Нет. 20 с чем-то уже рыбы. У меня есть идейка, ребят. Подождите. А сколько тут стоит меч? Механика. Меч. Каменный меч. Алмазный, 100 рыбы. Так, ребята, это что-то... Пипец. Много чего-то. Хоп. Хе-хе-хе-хе. Сори, я не хотел его убить. Смотрите. Хоп. Сколько тут у нас? Уже 8 минут запись идет. Я думаю, сейчас я выйду. Ну нет, этот сервер прикольный. Если вы хотите, чтобы я еще поиграл, давайте наберем 7 лайков, и я еще в каком-нибудь тут поиграю на каком сервере. Сейчас мы у него отнимем этот меч каменный. Так, давайте еще нам надо ходить хотя бы сейчас 20. Ну давай! Что такое? Ребят, какой-то админ дурачок вышел, я вот зашел на другой сервер. Пипец. На какой сервер? Я просто тыкнул нечаянно пальцем и все. Я никуда вообще не заходил. Что тут? Тут до хера людей. 6. Сейчас прогрузится, я к вам вернусь. Короче, ребята, я думаю, давайте уже прощаться. Ну, хотя подождите, тут еще магазин какой-то. Утка! Утка! Блин, утка меня выкинул. Динозавр! На тебе получай. А ты? Ютубер! Ютубер! 0 подписчиков у тебя, наверное. Работать в мага.
Сто рыбы. Моё! Моё! Приз! Ха-ха-ха! Хорей меня бить! Давайте, короче, драку устроим. Давайте бьем, бьем, бьем всех! Утка! Утка! Все, меня, короче, забанили. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а с вами был Ladder Play. Всем удачи и всем пока-пока. Ну да, короче, всем пока.